Я родом из Москвы. Я мечтаю побывать в России, в Карелии. Мой идеальный день – это поспать, кровать. И детки, когда в саду, и в школе. Младшему 3,5 года, он в садике, ну, пока ничем не занимается. А старше 8 лет, она в волейбол, уже пошла на волейбол. Мне нужно выспаться 9 часов. Ох уж эти часы! Все только портит. Главное качество хорошей мамы – хорошая мама.